Моему сыну в социальной сети пришло предложение о приобретении наркотических средств. Я это увидел, естественно, провел профилактическую беседу. Ну, как бы он у меня смышленый, поэтому все знают, все понимают, но у нас люди бывают разные. Естественно, кто-то и захочет попробовать. Я считаю, что такая информация должна быть принята во внимание компетентным органами для последующего разбирательства.